Урок номер 17. Чему нас научили братья Щербаковы? Тогда, когда все хвосты обгрызаны, силикона больше не осталось, у вас остались сигареты. Берете бычок, набиваете с него пепел, надеваете на крючок. Может дымиться, пусть дымится. О, блин, это даже лучше, наверное. Что, парламент, что ли? Да, хороший. Крепкий. Так мы ее не засечем. Засечем. Вот. Кстати, пока бычок сухой, он плавающий. А это стоит учитывать. Смотри, дымит, падла. И делаем пробный заброс. О, наконец. Вот она. Так. Фиксируем. Так, товарищи рыбаки, чтобы вы не сомневались. Она, наверное, курящая щука. Вот точно? Эта вот. Да? Парламент любит. Микрожиг. Урок номер 17. Чему нас научили братья Щербаковы? Тогда, когда все хвосты обгрызаны, силикона больше не осталось, у вас остались сигареты. Берете бычок, набиваете с него пепел, надеваете на крючок.